Я счастлив, что этот проект состоялся. И единственный человек, который за это ответственен, это Владимир Сидорович Тартаковский, за что я ему бесконечно благодарен, потому что я этот проект вынашивал 5 лет. Мой первый мюзикл, по-моему, блин, не комом. Ну, конечно, судить зрителям, но тем не менее, я себя чувствую абсолютно счастливым. Такая очень важная история с точки зрения разговора и диалога на очень серьезную тему. На тему того, сколько живет любовь, сколько живет семья, как сохранить семью. Соревноваться с Шекспиром – это очень сложно, да? И здесь, конечно, не только Ромео и Джульетта, здесь есть и Отелло, здесь есть и Гамлет. Здесь есть, по-моему, еще «Как вам это понравится». То есть, ну, как бы такой путеводитель по Шекспиру. Публика принимает хорошо. Замечательно поют артисты, замечательно играет оркестр. Ну, то есть, все как надо, все по высокому классу. Я поздравляю театр с такой сложной работой, потому что вообще прикоснуться к тому, что называется «Ромео и Джульетта», и посмотреть несколько с другой стороны, мне кажется, сейчас это очень сложно. «Ромео и Джульетта» не погибли. И что дальше? Все, ничего нельзя рассказывать. Нельзя, да? Можно сказать только одно. Чудесный мюзикл. Всех поздравляю. Потрясающая сюжетная линия, которая, с одной стороны, бросает мостик к Шекспиру, а другой – в сегодняшний день. Замечательный спектакль. Поздравляю. Очень яркие костюмы, декорации. Фантастически все это звучало сегодня и с оркестром. В общем, я получил громаду удовольствия. Это серьезно, и это очень красиво. Я поздравляю всех с премьерой. Это спектакль, который нужно смотреть, на который нужно ходить и которым нужно восхищаться. Я в восторге и от музыки, и от постановки, и от голосов, конечно. Здорово, здорово. Я поздравляю своего друга Володю Тартаковского. Это безумный успех. Мне кажется, что спектакль яркий. Вот. Ну и, конечно, стихи очень хорошие. Театр я поздравляю с победой, потому что все было придумано правильно. Очень хорошие декорации, очень хорошие новые лица, очень хорошие наши мастера, мы их все любим. И самое главное, вы знаете, на это будут ходить.